стране выздоровели и выписаны из больниц 71 883 пациента, которые перенесли коронавирус. Зафиксировано свыше 73 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели более 1 591 тысячи тестов. Эти данные приводит Минздрав. Уже к концу недели Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии России получит разрешение на выпуск первой партии вакцины от коронавируса, пока они будут небольшими. Массовая вакцинация людей из групп риска планируется после ноября-декабря этого года. Беларусь одна из первых получит лекарства. Вакцина была зарегистрирована до финального завершения пострегистрационных исследований. И сейчас мы видим очень большой интерес к российской вакцине от многих стран.